Всем привет, с вами Сильвия, и добро пожаловать в новый влог. Начитавшись с вечера уютных, вдохновляющих, красивых скандинавских книжек, которые вам чуть позже покажу, и подталкиваемой мыслью, а чем я хуже, решила провести это морозное утро на нашем балконе. Если вначале эта мысль такого теплолюбивого человека, как я, вызывала некоторые опасения, казалась странной, даже немного абсурдной, то под конец удалось по-настоящему насладиться процессом. Из-за холода голова как будто бы очистилась от всех ненужных мыслей, от лишнего шума. Пришла такая ясность, такая осознанность, и это ли не лучшая медитация? Смело заявляю, что конкретно в моем случае холод действует по-настоящему отрезвляюще. Особенно, если рядом с тобой стакан ароматного чая и мешочек мандарин. Я не очень сильно мерзла, потому что у меня под этим свитером есть еще один свитер, на ногах две пары носков, одни из которых из верблюжьей шерсти. Так что было по-настоящему уютно. И все эти краски, все эти цвета, это было так приземляюще и так необходимо. Я даже в какой-то момент поняла швейцарцев, которые предпочитают устраиваться в веселой дружной компании на террасах, а не внутри помещения, на скамьях с овечьими шкурами, накинув на себя плед. Балкон я постепенно привожу в порядок, пока еще много работы предстоит, но спустя полтора месяца запустения с погибшими растениями я рассталась, остались только те, которые выглядят более или менее нормально. Знаете, с возрастом ко многим вещам начинаешь относиться не то чтобы проще, но как-то спокойнее и больше ценишь. Так что я очень рада, что на моем балконе хоть что-то, да и продолжает расти. И да, я убрала шторы, уже давно убрала, потому что мне хочется видеть свой балкон. Это продолжение нашей квартиры. Одним из моих ежедневных ритуалов является проверка кимчи. Уже в третий раз готовлю это вкуснейшее и полезнейшее блюдо корейской кухни. Эту партию решила хранить на балконе, пока не ударили такие жесткие морозы, не случились минусовые температуры. В этом мешочке у нас яблоки и груши, купленные на одной из ферм. Когда мы гуляли с друзьями, увидели ее, набрали себе целых 4 килограмма, но они, на удивление, быстро закончились, потому что оказались в разы вкуснее тех, которые продаются в магазине. Так что если будем еще раз в тех краях, закупимся основательно. В первой банке у меня кимчи, приготовленные по тому же рецепту, которым я уже с вами делилась в одном из своих предыдущих влогов. Проверенный рецепт получается на ура. А вот во второй это кое-что экспериментальное. Кимчи из редиса дайкон. Нашла рецепт на одном из корейских сайтов и очень захотелось попробовать. Я не знаю, какой он должен быть на вкус, потому что еще несколько дней, а то и целую неделю он будет ферментироваться. Моргните в комментариях, если любите что-то кисленькое и остренькое. Если получится вкусно, я рецептом с вами поделюсь. Как видите, все отлично помещается под скамью, много места не занимает, а в холодильнике становится в разы-разы просторнее. Займемся приготовлением нашего позднего завтрака. В меню сегодня будут грибы, жареные с луком, овощные вафли и соус цацики. Для первого блюда нам, понятное дело, нужно будет нарезать грибы и лук. Не жалейте лука. Чем больше, тем вкуснее. Хотя о вкусах, конечно, не спорят, но я помню, что даже в детстве просила маму приготовить мне зажарку из лука. С помидорками это просто пальчики оближешь. Да, можно даже и без помидор. Так что нарезаем лук, делаем это как вам удобно, мне нравится полукольцами. Вы часто спрашиваете, на каком масле я готовлю. Сейчас предпочитаю использовать кокосовое, нерафинированное. И я не знаю, почему так получается, но в конечном счете блюдо не имеет ни запаха, ни вкуса кокоса. Может, конкретно из-за этого бренда, хотя я разные нерафинированные пробовала. Ну, пожалуй, не имеет. Теперь нарезаем грибы и не забываем помешивать лук. Он у нас на высокой температуре готовится, чтобы он поджарился, но не сварился. Так или иначе он может подгореть, поэтому следим за ним. Грибы можно использовать абсолютно любые. Мне сейчас попались под руку шампиньоны, самые обыкновенные из магазина. Но еще я готовила с лисичками, это было лучше. А самые вкусные были рыжики, такие молоденькие рыжики, собранные собственноручно в лесу, прям в тот же день, и зажаренные с луком. Пальчики оближешь. К сожалению, уже случились
первые морозы, так что за рыжиками идти нет смысла. Добавляю соль, перец и перемешиваю, готовлю без крышки, все на такой же высокой температуре, потому что грибы выделяют много жидкости. Теперь займемся приготовлением овощных котлет. Начинаем с очистки картофеля, мой самый нелюбимый процесс, потому что всегда боюсь порезаться. Картофель нужно будет натереть, и натереть его можно, в принципе, на крупной терке, но я бы все-таки отдала предпочтение мелкой, потому что так он выпустит больше сока. У меня есть кухонный комбайн, который очень даже хорошо натирает, но он не дает такую мелкую крошку. А превращать картофель в пюре тоже как-то не хочется. Теперь берем по чуть-чуть и выжимаем сок. Выжимаем очень тщательно, потому что чем меньше останется жидкости в овощах, тем меньше придется добавлять муки. Так что не ленимся ни на этом этапе, ни на всех последующих. Возможно, это блюдо кажется таким долгим и сложным в приготовлении, но, поверьте, справляешься просто на раз, два, три, особенно если рука уже набита. Теперь натираем кабачок и делаем с ним все то же самое. Мне одного хватит, хотя я изначально достала два, но этот оказался таким прям крупненьким. Сок можно, конечно же, не выливать, можно его потом будет использовать в суп или куда-нибудь еще. Ну, как-то в этот раз я самым неразумным образом все спустила в раковину. Морковка пошла. И самое сложное позади. Теперь разбиваем яйца. Я использую два. Как видите, все делается на глаз. Но в итоге практически всегда получается один и тот же вкус. Соль. И сейчас пойдет прям танец приправ. Приправа для гриля. Чуть остренькая. Имбирь. Сушеный лук. Сушеный чеснок. И тимьян. Все хорошенько перемешиваем. И будем постепенно добавлять муку. Муку добавляем по чуть-чуть, перемешиваем, потом при необходимости добавляем еще, чтобы тесто не получилось слишком плотным. Я использую гречневую муку, можно использовать обыкновенную, можно использовать рисовую, но правда так тесто получается слишком тяжелое, мне вкус не очень нравится. Можно еще использовать кукурузную, ну как вам удобнее. У меня в целом ушло где-то 5 столовых ложек гречневой муки. И вот такой консистенции получилось тесто. Посмотрите, оно достаточно плотное и в то же время не как камень. Вафельница у меня разогрелась, и теперь просто выкладываю туда тесто. У меня получится 4 вафли. Ах да, еще смазываю все сливочным маслом, чтобы была такая хрустящая вкусная корочка. Равномерно распределяю, делать это желательно побыстрее, чтобы вафельница не остыла. У меня вафельница в принципе неплохая, но у нее большой минус, панели несъемные, и каждый раз мыть ее очень и очень сложно. Жду так, и тем временем готовлю соус цацики. Нам понадобится греческий йогурт, он отличается от обыкновенного тем, что чуть погуще, огурец, лимон, или можно взять лайм, и любая зелень. У меня была кинза. Так, держитесь, это последний овощ, который мы натираем, и из огурца сок выжимать не нужно. Теперь нарезаем зелень, можно крупно, можно мелко, как вам удобно. Обожаю кинзу, гораздо больше, чем петрушку люблю, потому что у нее такой нежный-нежный вкус. Лайм, возьму половинку. Кстати, очень удобная цитрусовыжималка. Я, как ее видела в Сан-Франциско, также схватила и привезла с собой сюда. Только-только потом они появились и в тюрихских магазинах. Так, теперь укроп. Свежий было бы лучше, но у меня нет, так что ограничусь сушеным. Тоже получается неплохо. Чеснок. И нужно это все хорошенько перемешать. Не забудьте еще посолить. Такой аромат приятный, я прям не удержалась и слопала сходу пару ложечек.
Вафли готовы. У меня ушло где-то 7-8 минут, но зависит конкретно от вашей вафельницы, так что тут никаких рекомендаций с моей стороны не будет. Сразу же смазываем сливочным маслом и выкладываем следующую партию. Эти вторые получились гораздо симпатичнее, надо отметить. Давайте тем временем соберем наш завтрак. Грибочки подоспели, выкладываю к вафлям. Готовлю на двоих. Соус для красоты просто так положила, но можно, конечно же, и сразу на вафли. И разноцветные помидорки. Сюда я бы еще с огромным удовольствием добавила листовую зелень, но в тот день дома ее не было. И вот что получается. Вафли внутри без пузырей, но если вы хотите, чтобы были пузырьки, добавьте еще немного разрыхлителя в тесто. Мне нравится и так. Теперь то, что обычно остается за кадром. Пока я распределяю блюда, муж приходит и хватает первую ближайшую тарелку, чмокает меня и убегает. Ну, я говорю, что это моя, правда, это не всегда срабатывает. Обычно я ему больше кладу и там сходу тарелки меняю местами. Еще в начале сентября ко мне пришла посылка с сайта Zafo, но тогда по понятным причинам было не до нее, так что давайте все будем мерить сейчас и вместе. И перво-наперво попробую свитер. Он довольно короткий, но его можно сочетать с брюками на высокой посадке. Правда, если поднять руки вверх, то живот и спина открываются. Не на все случаи, но иногда так одеться можно. И свитер приятный к телу. Правда, спереди он простоват, поэтому можно дополнить каким-нибудь украшением. Второй образ, понравится не всем. Он довольно-таки дерзкий, даже вызывающий и не всегда уместный. Но иногда мне хочется выглядеть именно так. Это напоминает мне моей юности, когда в 20 лет мы надевали все самое нарядное и шли с девчонками тусить в клуб. Эх. Следующий образ вдохновлен корейским инстаграмом. О, да, правда, я не учла, что для того, чтобы носить такие вещи, мне нужно худеть, худеть и худеть. Вещи замечательные, к ним никаких нареканий нет. Так что есть надежда, что когда я приведу себя в форму, а еще избавлюсь от синяков, покраснений на ногах, приобретенных благодаря езде на велосипеде, то, может быть, смогу все это надеть. Да, очень мягкий свитерок. Шортики тоже хорошо сидят, что будем ждать весны. Надеюсь, к этому времени я буду выглядеть как надо. Мерить летние вещи зимой – это очень даже весело. Сразу же приходят мысли об отпуске где-нибудь в теплых странах. Представляю, как я гуляю по морскому побережью в этом платьице. Дует легкий ветерок, я накидываю на себя мягкий жакет, и все идеально. Так что этот комплект я с собой возьму. А это платье, скорее всего, оставлю дома, потому что хорошо, но только для фото. Ткань настолько тонкая и настолько липучая, что она так и норовит подчеркнуть все изгибы. Надо, не надо, все подчеркивает. Так что, скорее всего, я эту вещь просто потом кому-нибудь да и передарю. Может быть, просто попрощаюсь с ней. Еще один очень короткий топик, и для себя я этот наряд охарактеризовала как пойти с девочками на вокзал попить пиво. Причем, когда я говорю с девочками, я имею в виду не своих подружек, а швейцарок, молодых, там до 20 лет, но максимум до 25, которые собираются дружными компаниями, обязательно на вокзале, обязательно с голыми животами, вне зависимости от погодных условий, и с баночкой пива, купленной в ближайшем супермаркете. Да, так тусит молодежь. Люди постарше уже встречаются в пабах, в ресторанах и потом перебираются в клубы. Нет, за свою я сойду вряд ли, так что этот вариант не для меня. А теперь про книги. Иногда вы просите что-нибудь посоветовать вам почитать по организации пространства, по созданию уюта дома. И в такие моменты я просто встаю в ступор, потому что у меня практически нет таких книг. Только одна, и то я ее рассматриваю не как возможность получить информацию, а как что-то для визуального вдохновения. Это этакий распечатанный Pinterest. Просматриваешь фотографии, что-то себя отмечаешь, что-то забываешь, что-то откладывается в голове, а потом бац, и некоторые элементы начинают появляться в твоем окружающем пространстве. На самом деле вдохновение можно черпать отовсюду. Я думаю, гораздо важнее быть настроенной
на создание уюта и на организацию этого самого пространства. Эту книгу мне подарили на день рождения, и я не знаю, есть ли она на русском, но название на английском оставлю, потому что это хороший подарок для всех, кто интересуется интерьером. А теперь про книги для настроений. Перво-наперво это будет Хьюги. Знаю, что я вам уже глаза намазоила, знаю, что каждый второй блогер рассказывает про эту книгу, но для меня она действительно особенная. Она попала в мои руки в очень нужный период жизни, и так и осталось. Я ее читала, перечитывала, открывала в первом попавшемся месте, закрывала, открывала, и, как видите, очень много здесь разных заметок. Следующая книга в этом же стиле – это «Люки». Она не настолько зачитана до дыр, как Хьюги, но все так же приятно. Красивые картинки, не слишком напряжный текст, самое то для того, чтобы развеяться. И да, просто ее приятно держать в руках. Следующая – это 4 книги, купленные по вашим рекомендациям. «Лагом» – книга про умеренность, про достаточность, про то, что все нужно делать и иметь в меру. Я ее еще пока не читала, но уже очень даже хочется, потому что эта философия мне близка, и я стараюсь применять ее в жизни. Правда, не на все аспекты удается ее растягивать, например, в плане вкусняшек, закупки каких-нибудь уютных вещей для декора, иногда мне очень сложно остановить. Чаи, так это вообще какая там умеренность, какая там достаточность, держите меня 7. Следующее это «Дзен», уже пошли японские писатели. Она не настолько переполнена картинками, скорее здесь порции ежедневной мудрости. Можно тоже будет открывать в любом месте и читать с утра, с вечера, когда есть время. «Икигай» – книга о смысле жизни. Меня немного огорчило, что книга напечатана не на слишком качественной бумаге. Я все-таки получаю эстетическое удовольствие от прочтения, поэтому здесь, ну, посмотрим. И «Та-да-да-да». «Искусство создания воспоминаний». Сколько же из вас мне эту книгу советовали, так что купила ее и прям хочется прочитать, да поскорее, потому что считаю, что воспоминания – это одно из тех неотъемлемых богатств человека, которые всегда с ним. На этом все, буду с вами прощаться. Надеюсь, что видео вам понравилось. Если это так, то не забывайте поддерживать меня пальчиками вверх, комментариями. Всегда приятно получать от вас отдачу, это очень вдохновляет. И заходите ко мне в Инстаграм, мы скоро увидимся. Пока-пока!